Пожар в Барнауле. Сотрудники МЧС заканчивают тушить мини-отель в районе Нового рынка. Без 15:09 мы приехали на работу, увидели, что пожар, им уже стояли машины, пожарки. Пожар начался с гостиницы. На втором этаже в одном из номеров отеля замкнул электропроводку. Это предварительная причина происшествия. Огонь быстро распространился по всему зданию. Второй этаж выгорел полностью. Повреждена кровля и потолочные перекрытия. Пострадавших нет. Здание полностью деревянное, пустотное. Вот это у нас и было как бы сложностью его тушения. На данный момент уже ликвидация произошла. Горело вот 200 квадратных метров, работало 7 стволов Б.